конференции принимают участие главы тренера Федерации Силовых Камп. Дмитрий Вячеславович Мартанов, Валерий Геннадьевич. Команду «Хозяев с победой». Жаль, что немножко нам не хватило дотерпеть, но «Хозяева» сегодня играли очень напористо. Они, наверное, немножко вот этим заслужили. Где-то нагло, где-то чуть-чуть. Хотя мы могли, чуть-чуть нам не хватило. Вот эта борьба была проиграна в конце. Вот. Мне больше, в принципе, нечего сказать. Ну, игра очень важная была, и даже не столько в серии этой. Хотя понятно, что если бы мы проиграли 0-2 в серии, было бы сложно. Но мы в таких ситуациях бывали уже. Бывали. Я просто уверен, что команда бы играла бы, билась бы дальше. Вот. Но дело в том, что за нами шлейф уже такой в этом сезоне тянет, что мы не можем отыгрываться. И на самом деле проблема была. Вот сегодня это сделали, и в психологическом плане это, я думаю, должно придать уверенности ребятам. Потому что, когда мы проигрывали, это была проблема. И все это отмечали, и все мы знали об этом. Вот. Я думаю, после этой игры они в этом плане будет лучше, наверное. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, представляйтесь. Вы отмечали, да, Сергей? Первая игра в полуфу, поэтому, вот эти две шайбы мог бы он, так сказать, отразить, да, я не знаю, сыграть. Но дело в том, что даже перед второй пропущенной он выручил, просто выручил. Поэтому спишем это на первую игру. А в остальном он, в принципе, уверенно выглядел. Еще пару. И, кстати, в подтверждение этому мы не стали его менять, он играл до конца. Еще пару. Вот ответ. Евгений, «Россия-2», Дмитрий Вячеславович, сейчас как-то не переживайте, что, может, психологически, если Акбарс, наоборот, сейчас психологически будет играть лучше, тут как-то не потяйте. А мы не будем лучше играть. Ну, вот мы домой едем. Ну, никак не слово, вот это поражение обидно, не стоит никак. Ну, знаете, Рера сказал, что они, команда, знаете, она плей-оффная команда, мы это все прекрасно знаем, она не раз доказывала, ходила из сложнейших ситуаций. И сегодня они молодцы. Но опять хочу сказать, где-то ошибки были наши. Но едем домой, еще раз скажу, там будем играть. Спасибо, всего доброго.